Иногда в своих роликах я достаточно провокативно выражаюсь. Например, в последних роликах я говорил о людях с депрессиями, про то, что это представители секонд-хенда. Это попытка не про оскорбление, а попытка каким-то образом донести информацию, что та группа людей, испытывающих депрессию, они застряли в прошлом. Все их программы, сценарии, приказания, контрприказания и так далее, все это либо устарело, либо оно перестало быть деятельным, действенным. Оно не вписывается в современную реальность. Либо это зависит в том числе от пластичности психики и от многих факторов. Но по сути человек разворачивается спиной к будущему и начинает пятиться, пропуская те знаки, те сигналы, те возможности, которые дают ресурсность. Он их просто не замечает, усугубляя процессы, находящиеся вокруг себя. И человек, садящийся на антидепрессанты, в этом состоянии не проходить терапию, это полная глупость. Ну, по одной простой причине. Он запускает те же старые механизмы и как будто бы живет. Но по сути он просто зацикливает себя в этом процессе. Его жизнь становится не линейная в бесконечность, она в состоянии вращения.